Фурик, ты 4Т4 у тебя? Нет, я собираю. А. Да блять, лучше будь в ДД, я троих потанчу сразу. Хорошо. Биг ДМ двоих, я троих. Ну нахуй вы туда, бегите вы сюда, блять, нахуй. Где, что я за вами должен, блять, с пачкой бегать? Я понимаю, там выход, блять. Разъеби их по полной. Там Долоран. Короче, пугов не зовем в дис, и пусть они идут нахуй, короче. Если чё, блять, все токены просто кидаем ролл, нахуй. Просто увидеть, что с гильдии челик наш сролил, я потом раздам, блять. Чё выпадет. Сразу, да, там главное это напорить надо будет на это. С кроша, короче, Шура снимешь этого, блядь. Щита и пульти. Нет, не фул, заходи. Сейчас туда буду. Ну, в 4 хила точно захилим. Чего вот этот тип на гифке говорит, блядь? Это печально, да, он говорит, я понял, даже по губам прочитал. Да, 21 яйцо, что ли? 21 яйцо? Это что тут за хуйня? Лицо. А. Кто-то не выспал. Или не проснул. А, по-любому. Или не позавтракал. Сейчас подушка пробудит нас. А чё это за мобы, блядь? Чё, они бесконечные? А, это вы дальше чистите? Ебать. Я пришел, говорю. Что там, давайте берите пати. Так, беру пати. Так, какую пати брать? А, в смысле, я понял. Целиком и полностью бери. Я хочу, чтобы ты брал меня, да? Целиком полностью. Я ж кинул пати. А чё... Что-то не получилось. Уже стоит в пати написано. У тебя лагает? Блять, шкаф, ставьте нахуй. Куда ты побежал, блин? А ты чё, маг это чей-то твинк? Нет, там, там пук. А чего нам нужен тогда? Я хуй знаю. Кикнуть думаешь? Здорово, слышно меня? Здорово, да. Мне кажется, мы 20 чил закроем это все. Это кикнуть его? Кикай пуга, возьмем какую-нибудь, ну просто дадим нашим челикам. А так он заберет у нас кусок. Я говорю, какие роли остались? Просто у меня локом, в принципе, смысла нет, ведь я охоту закрыл. Там мак у него, блядь, два, по-моему, не будет дамажить. Ну, что он есть, что нету, а только, блядь, соберет что-нибудь и все. Натуре. То есть вы считаете, что один мак может дать у шести человек токен? Да. Ну, может, блядь, роли фотку, нахуй. Я видел. Ну, ну хотя фотку. Сегодня, да, ДК забрал себе Мишку. Ладно. Мишку забрал, да. Или внул. Ну, как, мы его вы... У него сокеты на пенетру, вы о чем, блядь? А, все. А из-за сокетов кикаю, нахуй. Из-за сокетов. Где на пенетру? А, вот плечи а. Пустые, смотри. Че там? Бар это чей-то твинк? Вот это вот. Башка на пенетру. Пояс на пенетру. Да-да-да. Кисти на пенетру, блядь. Да нахуй уже пиздец. Жрите. Меткость, выносливость, блядь, сокет на магию. Че, ебанутый, что ли? Надеюсь, там не про меня говорят, нет? А репичи, нет. Это кто? Это Мардаун. А, хорошо. Ну и все, пойдем. Название гильдии у мага. Вкус очка. Хорошее название. Я готов нахуй прибыл, я уже не могу, я сейчас скудусь. А ты, блядь, заебал нахуй. Вы же вдвоем потанчите. Да, блядь, нахуй, пришли в обычку, мы тут, блядь, стоим, мнемся, нахуй. Все, на знаю, биг дема частицу, ну, чтобы он не сдох, блядь. Баф это дайте, кулаки, там всякую хрень. Рыба есть? Рыбу хоть дайте, блядь. Да вон она была, рыба, вон она стоит. Ну нахуй рыба тебе, блядь, бей просто. Сейчас дам вам нормальную рыбу, жрите. А что там, хуёвая была, что ли? Ну, кабан уже был, мы уже полбосса бы убили, а, блядь. А, в натуре. Вам добрый. Чего? Бока фласки, масло, хуярим. Да, короче. Скроша, здесь поете, главное, щиты на пульте, он меня. Я заебался ждать. Ну, твари, блядь. Не говори, нахуй.
пока вы там, блядь, напьетесь, наедитесь, нахуй. И меня это... На, нахуй. Уже минус один. Посыпались, нахуй, я понял. Понятно, нахуй, вам только в РБК ходить. Старые. Оказывается, где в Груль Магикоп ходит, нихуя себе. Видели, как медведь чаржится просто, блядь, как бог, нахуй. Садите эту залупу, заклеиваем. Убейте, чтобы не летать. Геглера еще забери, сейчас вихрь 5 секунд будет. Сейчас смотри, ну, минус 5 милик. Ты далеко что-то. Может, к вам вихрь подвести? Давай проверим, кто нуб. Или что, или не будем? На леди в 25 хм проверим. И ебанем ГП проверяющим. Я посмотрел тот видос, который ты ночью скинул, я так ржал. Че, с озвучки, что ли? Не-не, на леди целка, с циркуля. А, да пиздец, типы, ебать. Просто лужи, все милики в луже стоят на похуях вообще. Не, не то, что они убегают от духа, они в них забегают, блять. В натуре, два хлопка сразу, весь рейд живой, нахуй. У нас бы это минус 25 было, нахуй. Вон, смотри, сейчас сдохнут, типы. А, не, нихуя. Шектор мне обещал где-то ДКшника танка, блять. Сука, я заебался уже, нахуй, танчить это говно, блять, ДК. Хочу танчить, да, блядь. Танчи, да танчи. Да танчи, танчи, это понятно, блядь. А чё мне, блядь? Что, зря печеньки выбивал? Тури, ты посмотри мне на друида, блядь, там всё бисовое, блядь. Короче, на друида анрол, нахуй. Это чё на друида? Я не знаю, блядь. На пятый спек, да? На третий. Синдром друида, да? Еще кота. Да. Еще кота можно собрать, да. Ну, эрдру, наверное, сначала. Ну-ка, на что тут выпало? О, нихуя, на друида, заебись, нахуй, моё ебать. Так, что там? На мага, да? Кто там говорил, плечи мага нужны ему? Это трэш. Не, не ты, другой кто-то говорил. Да давайте потом это все. Вы да там именно... Ну чё вы, нахуй, вы там чё все в сундук смотрите, что ли, блядь, давай трэш дальше. Не смотрите в сундук, я только смотрю. Этот, блядь, кто там просил, Бен Стиллер, да? Или кто, блядь? Ты говорил, мне те плечи остались. Что-то я не помню, блядь. Дисси он вообще нет. МВП Султан, наверное, говорил. А, что наверное. Плечи остались. Ладно, похуй. Может, у вас маг присунул, который новенький. Чё говоришь? Равенни он присунул, что ему плечи нужны. Пока дождёшься. Да, я вообще нет нужны. Ни одного куска. Так что я всё заберу. Посмотрим. Не, надо быть башником. Давайте сначала я понимаю, просто понимаю. Убьём всё, потом посмотрим. Я не знаю, нахуй, чё вы там, блядь, все у сундука нахуй стоите, блядь. Чему нахуй? Вот я один трэш бью, меня никто не хилит, блядь. Я умираю. Бигдэм, блядь. Ну пиздец, блядь. Бигдэм просто самый известный фастранер на сервере. Он, короче, Груль Магикоп проходит за 10 минут, нахуй. Тупо. Я вообще сюда не хочу, я не хочу ходить, блядь. Только если что-то продавать, блядь. Ну вот. Трэш, а мы меня заберете. А мы приходим, блядь, и стоим на... Танк, я один, второй, нахуй, что там, ФКшит, больше не хочу. Чё, ФКшит, я фир получил, нахуй. Смотри, вот подбегаю, опа, и все, и я танк, нахуй. Просто, блядь, нихуя.
Мастаунт ебанул. Это Биг Дэм, блядь, флоуи стоит нахуй уже минуту, наверное, блядь, и пиздит, что никто его не хилит. Бля, умираю. 70 тысяч хп всего. Бля, умираю. Да. Я в ферее, не диспелят нихуя, чё за хуйня? Пусть ДЦшник это диспелит. Опять диспелит, его работа. Чё за хуйня, блядь. А вот я тебе ТЦМ поставлю. О, хорош. Ты не с ним в пати, он не работает. Только да, не для тебя. Моб побежал, я забрал. Продаешь? Не, показываю. Короче, ты это самое, ты, блядь, там агро не набирай, блядь. Я буду это на боссе главный, короче. А то я не наберу, заебал там, блядь. Ярости нет, нихуя. Заходите за линию, кто там? Равис, блядь, сейчас дамажить надо уже. Че, в дверь-то заходить? Я сейчас опять пульнул, кто-нибудь за дверью останется. Что-то сегодня народу до хера пишет. Вчера никто не послал. Все, короче, я это... Блять, он, сука, это, топа на пуль. Дайте на меня, ёбаный на пуль по друиду, ага, поэтому. Бать, он хуярит уже, смотри, блять, хочет меня обогнать. Интересно, интересно, не, ну сейчас ты, наверное, еще можешь, хотя нет, сейчас берса. Да нет, там на пуль. Не, ну если я агро сорву, ты меня не догонишь просто. Да, потому что этот пидор меня бить не будет, блять. Вот если как раньше, а чар... Там нормально, там Равис следующий по агро. Там должно быть это. Следующий по агро должен быть второй танк. Да, знаешь для чего? Если третий по агро будет милик, то его шотнет. А если будет РДД, то все норм. Второй по агро. Первый по агро один танк, второй по агро второй танк. Хуя не ясно, но очень интересно, блядь. Давайте без воды. Ну, блядь. Ребята, блядь. Топа говорит, давайте без воды, говорит. Я там рыбу дайте, говорит, нахуй. Пришли в эту, нахуй, в гейм обычку. Ему дали, блядь, которая половину рыбы. А пока флаг. Сейчас я вам на нормальную вообще... поставлю, блядь. Ешьте, нахуй. Да, там не рыба вообще стоял, там пир для карликов стоял. А я сожрал. Съел пир для карликов, пошел бить босса. И что, ну ты пробуй догонять, ты косарь-то наберешь, не? Я не стараюсь даже, я вижу, только что потыкай. Второй, все, вообще похуй. Не, ну если сейчас там скажут, давайте на меня на пульт там. Не, ну если на пул, нахуй, это... О, нихуя на пуль или что за хуйня, вы что делаете? Истерею по себе дал там, что-нибудь там. Ну, один хуй бить нечем, но. Что, сальву ему дать? Какую сальву? По друиду покирал, поэтому. По войду давай сальву. Не надо нахуй, ебать. Нет. Сдайте диван по войду. Да, я только что хотел сказать. Бля. Завал нахуй, я в завале. Смотри, забрал. Сдали какую-то хуйню на меня, сальву, да? Я понял, блядь. Теперь напуливайте обратно, блядь. Ну нету ярости нахуй, ну смотри, ноль просто, ну чем бить нахуй? Ебать. Нахуй. Сука, нахуй я друида качал, блин. Короче, за это, блядь, все токены друида мои, блядь. ГП, да? Дуре. У меня руны не было на язык. Все, блядь. Треплёха вообще. Она была, я, короче, пока отходила, она, сука, вот, уменьшилась. Как так, блядь? Нахуй она уменьшает. Тебя не он убил. Тебя, блядь, штукатурка с потолка убила, да? Или что его убило там? А, или на зове земли он там. Да прист еще на первом этом. На первой земле сдох. А так ты что, первый раз? К нему вон прибежали, топа. Один хуй, история, репичип. А, понятно, блядь, подставили и пацана. И просто нахуй. Убили его нахуй, блядь. Так он чё в мили делает, блядь? Лол, блядь. Пал, шаман, маг, нахуй, ебать. Портуйтесь на эту хуйню, как это называется, шатрат и маги. Чё, может вторую потом собрать, хули? Твинки есть.
Тяга параша выпала. Для кого точнее? Пошли потом в новый РБК. Ты ебал. Потом пошло волчье. Что-нибудь. Посмотрим, как Войд будет там потеть. Будет там потеть. Да ему-то чё? Я бы пошёл, сходил еще бы на смотрителя погибель, еще бы две печеньки просто убить. Без этого. Я вот думаю, блядь, как застимулировать всех ходить в кару гер за тремя печеньками. Хотя бы если три кары гер будут в неделю, то это, считай, ну намного быстрее будут люди печеньки лутать. Я хочу пипец как в кару гер. Да не надо никого заставлять, надо в расписаниях просто поставить, люди придут. Сначала надо спать не уходить, блядь. Мы сегодня расписание. Собрались в Ломан. Нам нужен был ДКшник, блядь. Спать не уходить, а как тогда, нахуй, чё, блядь? Ну, понимаешь, тут немного по-разному. Маша, я, допустим, просыпаюсь в 9-10 часов. Ночью странно, понимаю, Милари, пиши. Просыпаюсь, я вижу, что ты часа 2-3 назад начал собирать рейд. Думаю, ну ладно, что поделать. Ты тоже долго спишь, блядь? Блядь, я ложусь в часа 3 ночи обычно. Вот, ты хоть не могу выспаться. Сон утром, это счастье. Да, всю ночь писал там эти... Рано ложишься, поздно встаешь. Я утром захожу. Да обычно... Вот, там ложусь, поздно утром встаю. Обычно Войт и Синтек только спать идут. Да, так и есть. Вот там это... Я такой начинаю после этого. Ладно, сидим в пати, блядь, делаем этот ТГ, нахуй. Я такой выхожу, перезахожу, блядь. Спамлю, говорю, кто в ЗА, блядь, открываю гильдию, а Вайда там уже нет, нахуй, все просто исчезло. Я сегодня утром захожу, смотрю, Войт онлайн. Час. Слабаки, я последний раз спал 27 часов назад. Я с ночи пришел, тоже не спал нихуя. Хуя вам, мам. Я последний раз спал час назад, нахуй. Лучше бы не просыпался. Подушка, а мы когда спали? В каре ХМ. Извини, я не сдержался. Ёбаный, на минус мой. Что происходит, сука, меня пиздят. Ёбаный рот, алло, блядь. А хоть ты еще никого не засуманили, тоже попёрся. Так у вас тел 20 там стоит, блядь. Нихуя меня чуть не отпиздили, вы видели? Охуеть, я все прожал, блядь, что есть. А тут, оказывается, нельзя много агрить. Смотри, хилы уже сдохли, ебать. А у меня сейвов нету. Давай зубы, ебать. Пиздец, исповедь. Ёбаный покос, нахуй. Контрольте, расферяйте этих мобов, ебать. Дал стан, короче. Расферяйте. Сука. Биг дэм танкуй. Я сбил каст, вот видишь, блядь. Ну какой нахуй я бегаю по КД, блядь, в этих херах. Хилы, покидаем тело и встаем сразу быстренько. И он, подбегайте. Винограда, возьмите. Подбегайте сюда, я вам инер залью. А где он? А че его на один из брать? Зашел. Давай уже, может, второй соберем тогда после. Подходите, говорит, инер залью, а где он? Два перса. Я второй, не пойдем, не пойдете. А че вы куда хотите? Кару, я говорю, мне неким идти, говорит. А, ебать. Ты будешь смотреть стрим тогда, блядь. Понятно. Пойдем в РБК, да, Саня? Блядь, они что, в обычке тоже эти койлы кидают зеленые, блядь? Точно такое же прошлое. Кто на кубы пойдет, короче? Треплёха, Шура, новый я маг. Я поставлю на кубы. Я пойду тогда на куб. Куда пойдешь? На куб. На куб. Я понял. На куб, чтобы вайпануть. Ой, пацаны, блядь. Я, бля, веселая. Что-то как-то, блядь. Что если бы ульдеть Т4 падало, да? Нихуя. Я бы в натуре переделал бы Т4, перекинул бы его льду. Или сделал бы, чтобы их там три куска падало сразу
по куску на каждый класс. А что еще? Еще мобы, по-моему, есть, да? С той стороны. Ну, барик спрашивает, место есть? Да, я буду не против сходить. Типа похуй, что он только на 11. Согня-то, с огня выходить. Все привыкли, что можно на полчасика опаздывать и место будет. Не, это вообще, ну... Да, мы расслабили. Это даже не РТ. Ну, тут люди совсем новые. Это такая хуйня. А чё, ЕП не будет? Нет. Пацаны, ливаем! Ну а так, а чё я там писал за обычку? Да ладно, ничего не надо. Люди что же жрать не будут бегать. Не надо, это не вовремя. Вон, я писал 300 ЕП. ИК 500, ОНЯ 200, ебать. Хуя себе. Так, ща... ИК 500, блядь. Нифига себе, чё так жирно. Моп ещё, смотрите, тюремщик, вон, ебаните его. Пошли после этого иконю. Да, можно иконю закрыть. Уверены? Они 25-ка это смерть, пиздец. Это нормально, если изи. Для ги это нормально. Это не смерть. Чё там такого сложного, блядь? Тебя уже две недели подряд закрывают, сразу закрываем с первого пула. 20-ку? 25-ку, да. Но тебе ещё, получается, везёт ещё. Последний раз ходил в 25-ку, она взлетела и тут же села. У нас немножко поменьше людей. Так, на кубы, давай. Кто там, блядь? Я могу на куб. Ты не можешь. Там жестко напуливайте. Так, получается, чё? Триплёха. Потом кто? Шура, давай. Так, ну давай Валкар. На какой тебе удобнее будет? На треугольник, наверное, да? Поближе будет. И кто еще там? Парла? Да нет, и лучше хиль. Так. Репичип упустите, репичипа. Репичип. Куда там тебе? Че там, ромбик у меня, блять? Давай возле выхода, отлично. И одно тело еще. Еще одно тело на куб. Есть кто? А вы что, вдвоем танчить собрались? Если ты потанчишь, я закрою куб. А, ну это... В натуре я же еще могу прожимать, блять. Так я спекнусь в ДД потом, да и все тогда. А у вас что, фул, нет? Ну, тут магик остался. Че ты хочешь на магика? Да нет, просто... Может, вторую, может, попробуем потом собрать? Да не, я зашел на полтора часика просто. А, ну так вот, соберем. Треплёха, ты тут? Пошли потом на иконю. Ну да, пошли. Десятки закроем. Полково закроем. Так-то там недолго иконя. Ну и что там, 25 минут и уводим 15 минут 40, наверное. Так, все готовы, все, поехали. Нихуя, тут, оказывается, пробивает как. Кикать можно, кстати. О, уже минус тело она. Это разница. Мы же резнуть успеем, да? Я еще и спекнуться успею. Конечно. Еще покурить успеешь, там полторы минуты еще. В магазин сходить там, блять. Институт закончить. Ладно, я пошел в магазин, пацаны, блядь. Пойду, блядь, свадьбу сыграю, нахуй. Добейте сами, да? Подушка, пошли. Так, а есть что пожрать, блядь? Ладно, инерсе залью. Короче, кто даст меньше войда, тот не очень. Интересно, сколько я дам сове, блядь. Сказала, блядь, 266-я сова в ГМ обычке. Не говори.
Да мы сейчас просто на него напулим, да и все. Нет, ты в танк спекайся, тогда посмотрим. Да давайте я им просто диван дам, и все. Давай. Да я сейчас напулю босса на него, и все, вы че? Диван, какая это хренажница? Так давай это, а кто, тот кто, если кто даст меньше войда, тот кто? Тот Киркоров. Не очень, говорит. Не очень. Тот кто? Киркоров. Киркоров. Или Галкин, я хуй знаю, ну кто там, блядь. Галкин или Киркоров. Фанин. Напуливайте тогда. Это жестко, это жестко. Кто-то Фанин вообще. Фанин? Это пидор местный. Раньше был почему, актером. Почему он не пидор? А, он не пидор, да? А кто он? Он просто, блядь, ноги в жопу сует и все. Ну а вы в курсе, что босс не таунтится? Ну типа... И он рассекающим ударом бьет. Я в сове, я не танчу, нахуй. Алло, блядь. А, на хильте хули, дай частицу. Только я это... Ну, смотри, блядь. Будет откидывать, блядь, будет хуёво. А я сейчас заберу. Ай, блядь, пацаны, блядь. Хилы видели, блядь. Хотели, блядь, можно было просто сделать так, чтобы он умер, блядь, и босс ушел бы на меня, блядь. Блядь, нет. Лёха! Стоят его, захиливают, блядь. Я ему даже сальву дал. Так нахуя ты ему сальву дал, если за него специально напулили, чтобы он умер самый первый? Да давайте без воды. Дайте по нему диван, да. Сейчас эти в свете будут лучи. Сейчас будет каст на вас. Нажимаем. Нажимайте. Все, проебал весь бурс, нахуй. Я ебал, нахуй. Пускайте! Блять! Приплеха, ты что? Я встану, блядь. Я встану. Иди там один хуй со стороны ворот, там помиксуй, блять. Посчитуй людей, блять. А треплёха, нахуй ты тело покинул своё, блядь? На звезду одно тело плюс. Я встану. Ну, блядь. То Фарла встанет, а хилить кто будет? Блядь, там три хила ещё есть. Я похилил это. Я, кстати, тот раз тоже вот так вот случайно встал и мог как-то зайти. Короче, пытайся много раз зайти. Может, получится. По-моему, когда потолок падает, первый раз здесь, что ли? Не стойте в лужах, нахуй, о чём вы, блядь? Не смог плут полкать. Или что такие, блядь? На магика настроение. Вайп побычки? Да пока еще нет, но сейчас может быть. Близко к этому. Звездочку главное закройте. Я закрою. Вайпа здесь меня выкинут. 9 секунд, короче, сейчас выкинула подушку. После откидывания сразу. Ничего, это... можно закрыть. Да не, это нормально. Сейчас касс спили. Я сбиваю прям в ноль одну. Таня, дай истерию. Да я его отдал. Пасовья. Да не держите, все уже. Я отдал это. Каз сбили, может сразу отпускать. Я отдавал по хистории вообще. Ну не в начале там, когда вспомнил. Сейчас будет это. Не зыбку, да. Так ты если видишь, что тебя, блядь, ебет. Да не надо вот, держать. Смотрите, у него получилось зайти треплёхи. Работает. Баганул, зашел. А те, кто набили больше войда? Ну шо, ну хуй знает. Занесением в личное дело, блядь. Смотрите, у нас пол рейда Киркоровых, а могло быть ни одного. А рапорт, что ли? Угу. Хули так нечестно, нахуй, меня босс бил. Пиздец, шипишь. Одно другому не мешало. Не нажимаем, наоборот, пусть лучше будет вайп. Понял. Не выпало, треплёха. А, треплёха, это не твой день сегодня, не твой день. А чё, ему грудь нужна, что? Я так понимаю, ему все нужно. Ну. А Паловское тело выпало? Да. Паловское, да. Бля. Сколько хожу, короче, с пугами постоянно, его нахуй анролят. Голова первый плюс в рейд. Че, блядь, голова никому не надо? Минус.
Понял. Ну, голову золотайте, там кольцо 245-е. Кому-то. Короче, извините. Дал хроному какому-то ДКшнику. Так, токены после. Сейчас давай вот эту хуйню. Так, щит, протовар, протопал. А, нет, это... Просто на ролкинь. СПДшный. Сейчас. Вот это надо кому-то? Да хуй знает, сейчас если ливнут нахуй 10 человек нахуй. Я хуй знаю, что у паладин от первой пати есть холик спек. Ну вот, пускай одевает. А его нету уже тут. Блюдринг будешь хапала делать. Вот это говно надо? Неплохо, кстати, ну. А то бегает, блядь, ДДшником нахуй и танком. С шеемом, блядь. Бич ебаный. Вот паладин может сунуть. Ну короче, я передам. Так. Лёха, кто бы говорил, а? Чё такого? Собираемся возле собой. У меня-то два перца. Звезду поставил на себя. Короче, вот эта хуйня надо кому-то? Я понял, на распыл. Так, следующее. Вот эта хуйня надо кому-то? Бегает там, блядь, шеемом в ретрике. Давай нету мне нормальную пуху выбить, блядь. Не, шема ещё нету. Давай обмен на эту хуйню вар. Вот эта косынка надо кому-то? Фиолетовая, ебать, красивая, нихуя себе. Давай обмен этот самый. И потом меч, кладенец. Надо кому-то? Андроиды могут это таскать? Меч. Нет. Мечи нет. Кидай все на распыл. Не, давай я заберу меч. Бен Стиллер, давай обмен. Короче, 6 токенов сейчас осталось. Так, давайте, сейчас я буду называть класс, ну какой токен, сейчас я рассортирую их, блять. Так, на паладина сюда, на друида сюда, это что, опять на паладина? Маг, oh, yeah. На мага сюда. На мага, получается, все три выпали, нахуй, просто. Так, кандидаты на мага, к звезде подбегите. Чё, одно только тело, блять. И ДКшник, да? Так, Хронум и кто второй? И Рвения. Я, вот она. У вас обоих по нулям? У меня 1-4. У кого? У ДК? Да, Притон. Хронум. А, это ты Притон, да? Блять, вот тут надо подумать. А чё ты, у него один комплект есть, дай ему второй. Вот, ему второй и магу 2 тогда, да? Ну да. Нормально. Ладно, какой тебе дать кусок, ДКшник? Ну, мне ноги не нужны точно. Любой из двух других, да? Да. А тебе маг какой лучше? Такой дашь, похую. А, дай, да, дай ему плечи, потому что ему у него танковские. На ДК плечи дай. Ну дал плечи тогда. Ну а маг 2 тогда. В следующий раз еще 2, если выпадут, конечно. Так. Это вот это Равениан, да? Да, все верно. Вот, ГЦ. Получается, уже на 5 КДПСа больше будешь давать. Блять. Спасибо. Так, теперь кандидаты на шамана, разбойника и паладина. Кто? Не вижу. А вот какое-то тело прыгает. С первой пати есть паладин. Так. Он улетел зачем-то. Вадикон. А я хуй знаю, что у него. Ну, может, не надо ему. Он там голый, супер голый. Да он 217-й паладин, ему нахуй токены не нужны. Только Вадикон, да? А тебе какой кусок нужен? Мне все надо, я Эльм, а у меня... Баджи есть на один кусок, и еще 3 надо. Ну все, на тогда, похуй. Вроде никому не надо. Сука, надо было шаманом идти, блядь. И коню идем. Я хуй знает, ну типа, да нахуй, пускай десятки закрывают. Это. Ну и на друида надо кому-то? Есть кто на друида? Да, мне нужно. На это, на ШП. Так, давай, может кому-то другому надо. Хоть бичик ну, тоже. Нет, если кому-то нужно, а ну там бич приз. Таня, это пошли шип. Добивать. Они поуфались уже все. А, вот один хуй только. Ну-ка, смотреть. Я так хочу. Я, наверное, сейчас пойду помоюсь. О, один хуй надо. У него нет нихуя. Может, ему дать? Так, пускай забирает себе много. Или это... Давай там что, еще парочку закроем. Я... Один хуй, это друган Песа же, да? Это Лёха, один хуй. Пойдешь с нами? Так, на. Не, я вчера двоими закрыл за 40 минут. Ну и все тогда. Кого? И коня? Да, мы РБК новые. А, РБК. А. Мы же говорили, и коню хотели.
все. Не идут. Мы пойдем РБК.